Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко, Дача, Сад, Огород, Цветы. Это видео ответ на вопросы, связанные с луком. Начинающие наши огородники только попали к земле и начинается у них работа в огородах, в садах. И вот такая история. У них пророс лук. И что с этим луком делать? Кто-то уже даже высказал мнение, что нужно выбросить такой лук. Он нехороший, он не зеленый, и толку с него не будет. Хочу вас разочаровать или обратное доказать, потому что этот лук, я каждый год у меня вот так прорастает. Естественно, весна, тепло уже, май месяц, и часть лука я вот перебираю. У меня часть лука останется уже на улице, потому что помещение вот это резкий перепад, и влажность воздуха, осадки у нас, слава богу, в этом году есть. И поэтому вот часть лука я его отбираю сразу. Тот будет на улице, когда будет солнышко, чтобы подсушились корешки, а этот лук пойдет на посадку. Ничего страшного, что этот лук пророс. Все равно будет урожай. Я уже столько раз убеждаюсь в этом. Тем более, что убывающая луна, Овен, а убывающая луна, четвертая фаза, это время для корнеплодных овощей. Плюс Овен покровительствует луку и чесноку. И поэтому сегодня у меня посадка лука. Причем посадка лука не только проросшего, но и того лука, который в прошлом году я, кстати, с такого лука вырастила и получила урожай. Мы не весь лук съели, и уже новый начинается от зимы. Поэтому этот лук нахожу в огромном местечке сада. У меня место специальное есть. И делаю лунку глубиной 7 сантиметров. Луковицы, видите, 4, 5, 6 сантиметров высота. И вот так выкладываю их. Очень хорошо. Кстати, сейчас покажу. Вот, смотрите, это лук, который был посажен в прошлом году. Да, в прошлом году вот так поздно, в мае месяце, остался еще зимовать. И это просто остаток. Мы уже зеленые, его съели. А тот, который голландский, на луковицу, тот уже чуть-чуть будет позже, когда уже луковицы будут сформированы. Вот такой лук у нас еще есть. И вот этот лучок будет также служить нам для салатов. Он быстро примет витамин D, солнечные лучи, и станет зеленым, и начнется вегетация. Так что и его можно будет использовать для салатов, да и просто так что-либо готовить. На кухне всегда свеженький лучок, это хорошее дело. И вот так вот таким образом я его, земля у нас влажная, поливать не надо, заливать не надо. И вот так лук у меня посажен, тот, который пророс. Не надо выбрасывать, а просто его нужно прекрасно вложить в землю. Вот такой у меня лук остался с прошлого года. Его не успеем съесть, уже начали зеленый тянуть с огорода, вкусненькие витаминчики. Поэтому вот этот лук будем высаживать на расстояние. Во-первых, взяла где-то сантиметров 7, потому что крупный лук, глубина. И друг от дружки 7 сантиметров, вот так вот, луковицы. И высаживаю лук. Еще, кстати, будет очень хороший лук. Я уже это делала. Тем более, что Овен убывающая луна. Овен покровительствует луку. Очень любит его, поэтому должен получиться красивый, хороший лучок. И сейчас мы это сделаем.